что за часы такие и почему бабушка подарила мне их. Браслет Mi Band 3, он же фитнес-трекер, изготовлен из поликарбоната и качественного пластика, из-за чего устройство довольно легкое. Но не по этой причине она мне их купила. Знаете, что могут эти часы? Могут они многое, а именно. Измерение количества пройденных шагов и расстояния, расчета потраченных калорий, измерение пульса, отслеживание режима сна, показ номера звонящего и отображение уведомлений, отключение звука смартфона при вызове, очень полезная вещь, отключение будильника с браслета и показ погоды. Дисплей у этой малышки OLED. Вообще не знаю, зачем я вам об этом говорю, ведь все равно никто не знает, что это такое. Размером 78 дюйма и разрешением 128 на 80 точек. Также теперь к нему доступны различные ремешки. Особенно понравился тот факт, что эти часы водонепроницаемы и выдерживают давление до 5 атмосфер. Так что вы смело сможете не снимать его в душе или где-нибудь в бассейне. Также у этой крошки батарея на 110 мАч, и этого хватит для того, чтобы не заряжать его до 20 дней. Также в Mi Band 3 есть NFC. Теперь при помощи браслета вы сможете без проблем расплачиваться в магазинах. Однако из источников в интернете сказано, что такое возможно только в Китае. Да и сам я не нашел такой функции. Раскрыть все возможности данной покупки поможет программа от разработчиков под названием Mi Fit. В ней содержится информация о пройденных шагах, километрах, о сожженных калориях, даже о вашем сне все расскажет. Функция оповещений, метки поведения, цели активности и достижения, а также разблокировка телефона и его поиск при помощи часов. Я не стал разглагольствовать насчет предыдущей модели и их сравнения, я просто покажу вам таблицу, а вы посмотрите, что выгоднее брать. Да, кстати, насчет цены. Урвал я такую вещицу за 2150 рублей. Сейчас вы сможете найти ее за 1800-3000. Вот и пришли мы к самому интересному – минусы. А точнее, минус только один. Нестандартное зарядное устройство, так что вам придется заказывать его, если вы вдруг потеряете. Также при покупке продавец предупредил, что данное устройство следует заряжать от компьютера, телевизора, пауэрбанка, но не от сети. Ну а мой ролик подходит к концу, поэтому попрошу вас поставить лайки, ну и подписаться на канал. Мне нужны активные подписчики.